В Абакане глубокая ночь, однако в переполненном спортбаре «Кружка» хоккейским болельщикам не до сна. Люди срывают голос, болея за первый матч нашей сборной на Евро-2012. Первый гол уже на 15-й минуте фанаты встречают не хуже 40 тысяч зрителей на польском стадионе. В стартовом матче национальная сборная показывает красивый и результативный футбол. С таким настроем, уверены болельщики, Россия как минимум пробьется в четвертьфинал. Я думаю, сборная России займет первое место в группе. На Евро полуфинал я ставлю. В группе только первое место. Еще одним местом массового боления стал паб «Лимерик». Публика здесь повзрослее и посолиднее, чем в демократичной «Кружке». Однако накал футбольных страстей здесь не меньше. Яркой игре национальной сборной тут радуются на полную катушку. Пожалуй, болельщиков любого социального статуса и уровня дохода на все матчи нашей сборной объединяет одно – любовь к футболу и, как ни банально, патриотизм. Ну а герои дня, точнее ночи – Загоев, Широков, Павлюченко – по крайней мере, пока настоящие кумиры нации. Наши вообще супер просто, команда, наши мальчики молодцы. Прямо. Итак, первый матч на Евро-2012 Россия выиграла с разгромным счетом. Следующий матч 12 июня с Польшей. Так что будем болеть. Я считаю, Дмитрий Судариков, новости 7 телеканал.